пятницу в Самарской области будет ясно и местами облачно. В северных районах пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от 6 до 10 тепла днем. Ночью 0 плюс 2 градуса. Ветер западного, юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо днем, вечером осадки в виде дождя. Днем плюс 10 градусов, ночью плюс 1. В Тольятти ясно днем плюс 7, ночью 0 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, дневная температура плюс 9 градусов, ночью плюс 2. Ветер западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.